Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорев, это канал «Футбол, это жизнь». Итак, стартует новый сезон рубрики «Форд FIFA». Итак, мы быстро закончили первый сезон, где мы собрали команду с рейтингом 192. Итак, на новый сезон такая интересная тоже задача и интересную команду нам придется собирать. Весь состав, включая и запасных, и резервных игроков, должен быть именно заполнен только иконами. И также в стартовом составе должно быть... как минимум 6 Prime версий икон. Как вот, например, вот здесь мы видим Мальдини 95, вот такая карточка, это Prime. И также у нас немножко меняются правила в рубрике. За каждое убийство мы получаем не 5 золотых игроков, а 5 редких игроков. Там 5 специальных вот этих игроков, специальные карточки. Так, мне кажется, будет поинтереснее. Ну, а сейчас мы пойдем на... мы уже на футхеде, откроем... и соберем команду, нашу первую, из случайных игроков. Итак, первый игрок. Да, 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 да. И вот так вот, друзья, нам уже за то, что мы только открываем команду, собираем, нам уже выпадает икона. Это Креспо, у него, я так понял, нету. Мы это еще и проверим на всякий случай. Но возьмем его 87-ю карточку, у него есть еще и 90. Это, естественно, да. Да, да, да. И последний игрок. Да. Ну что ж, друзья, вот так вот у нас пока что обстоят дела. Есть у нас некоторые и линки. Это, например, левая вся сторона поля. Это у нас в одних англичанах и игроков из английских дивизионов. И также у нас есть несколько корейцев. В центре поля двое, в обороне. Но и нам повезло, что один кореец из испанской лиги, поэтому мы сюда еще и Рауля Наваса поставили. Пока что рейтинг 72, химия 53. Уже есть одна икона. Остается нам заполнить весь резерв, весь запас и весь основной состав иконами и минимум 6 Prime версий. Но что же, переходим к первой игре Fortnite. Итак, друзья, по ходу этого нового сезона нам практически только и нужно это убивать игроков, потому что за убийство мы получаем 5 редких игроков, и среди них у нас повышается шанс выловить икону. Итак, друзья, занял я 49 место, пережил я 51 соперника и получаю я 26 случайных игроков на футхеде. Итак, друзья, 26 случайных игроков. Попробуем все-таки мы, первоначальная задача это добить сыгранность до 100. Итак, первый игрок. Ну, пока что давайте возьмем, будем убирать, пока что только избавляться от бронзы в резерве и запасе. Сантимина, это да, у нас есть там кореец тоже из Валенсии, поэтому это нам подойдет. Да. Снова нам, кстати, выпадает Нейлсон Семедо, его максимальная карточка. Мы ее, конечно же, возьмем. Друзья, и нам снова выпадает икона, уже вторая за выпуск, и снова Ривалдо. Вы помните, у нас была... в первом сезоне вот такая его карточка максимальная, но добро пожаловать, Ривалдо 87. Нет, нет. Друзья, ну просто что-то невероятное. 3 иконы за один выпуск, и именно в том сезоне, когда мы собираем иконы, нам просто невероятно везет. Нам выпала бэби-версия Луиса Фигу, у него есть Prime икона, так что мы ее, естественно, берем. Это, конечно же, да. Да, 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 нет, нет, нет. А вот Сауль, это да. Пока что возьмем его на всякий случай. Да? Нет? Нет? Фалькао, почему бы и нет? 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 И последний игрок? Да. Ну что ж, вот так вот после первой игры у нас уже получилось. 3 уже иконы в составе. Есть более-менее где-то какая-нибудь сыгранность. Например, это у нас весь снова остается левый фланг из англичан или из английской лиги. Ну и правый у нас немножко так из испанской лиги. Вратарь пока что вообще ни с кем не сыгран. Нужно ловить или икону, либо испанца или из испанской лиги. Химия 76, немножко остается до 100. И после 100 мы уже будем открывать только золотых игроков. Ну что же, переходим к второй игре.
Итак, друзья, занял я 32 место, пережил 68 соперников и получаю 34 случайных игрока. Ну что ж, 34 случайных игрока, будем добиваться химии 100. Первый игрок, да, нет, конечно, да, нет, 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 да, нет, нет, да, да, нет, да, да, нет, 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 да, нет, нет, да, нет, 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 да, да, нет, 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 давайте возьмем, нет, нет, и последний игрок, нет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики про Форд FIFA. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол — это жизнь. До новых встреч, друзья, до свидания.